Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, и вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Расскажу вам об одной проблеме, с которой мы часто сталкиваемся, когда к нам приезжают владельцы автомобилей Toyota. Эта проблема связана с тем, что сиденья автомобилей недостаточно удобные. Кому-то они слишком жесткие, кому-то слишком короткие, где-то не хватает боковой поддержки, ну и часто не хватает функционала для того, чтобы спина не уставала, была в тонусе, а если уж устала, то была вовремя размята. Но что не устроило владельца в этом автомобиле, так это чересчур жесткая посадка на сидушку и недостаточная ее длина. Мы исправили и то, и другое. А что у нас получилось, увидим прямо сейчас. Автомобиль прошел уже достаточное расстояние, порядка 34 тысяч километров, и владелец имел возможность убедиться в том, что при поездках на дальнее расстояние сиденье было недостаточно комфортно. Поэтому он обратился к нам, кстати, увидев один из наших видеороликов, посвященных улучшению сидений для автомобилей Toyota Prado. Ссылки будут в конце этого ролика. Что же мы сделали? Мы добавили механическую подколенную опору. Как вы видите, обивка уже слегка потрепана, потерта, но подколенная опора полностью сделана с нуля. Это наша разработка, наша конструкция. Она достаточно мягкая, приятная на ощупь, а главное, уже в сложенном состоянии. Она удлиняет сиденье почти на 4 сантиметра. Это дает гораздо большую опору для ног, а следовательно и спина сильнее разгружается. И значит, при долгом нахождении в сиденье не будет уставать слишком сильно. Подколенная опора может выдвигаться и регулироваться, иметь разную степень удлинения, за счет чего ее можно подстроить. А за счет наличия лифта на сидушке штатного она задирается вверх с тем, чтобы получить необходимую опору. И вот сейчас, выдвинув максимально вперед опору, мы видим с вами, что она удлиняет сиденье на 9 сантиметров. Этого вполне достаточно для того, чтобы вся внутренняя сторона бедра лежала на ней. Ноги, соответственно, разгружали вес верхней части туловища и не создавали напряжения в спине. Ну, а для того, чтобы дополнить всю эту композицию еще решением одной важной проблемы, мы под пятой точкой сделали поролон более мягким. Для того, чтобы этого эффекта удалось добиться, мы сняли верхний жесткий слой поролона и вместо него установили более мягкий. Теперь, сидя на этом кресле, я чувствую, как продавливаю его и сильнее ощущаю боковые поддержки. В декоративном плане этот автомобиль практически не изменился. Самые популярные и самые востребованные опции для него – это, конечно же, черный лак на серебристых панелях. И его мы тоже добавили на ручках, на блоке управления стеклоподъемниками, детали на руле и, конечно же, весь блок центральной консоли. Здесь машина выглядит более солидно, мужественно и, конечно, она добавляет именно декоративные вот этой вот составляющей, которой зачастую не хватает, потому что серебристый пластик, вот он остался на ручках по желанию владельца, к сожалению, на фоне черного лака выглядит не так премиально, хотя автомобиль по своей стоимости вполне себе ассоциируется с дорогим сегментом. Ну и что ж, с этим проектом мы закончили, вся работа заняла буквально 2 дня. В этом проекте использованы исключительно наработки нашей компании. Это проверенные временем конструкции, это механизмы, которые работают уже в нескольких сотнях автомобилей Toyota. А мы работаем не только с частными лицами, но и с дилерскими центрами по всей России, поэтому вы можете быть уверены в качестве наших работ. И даже если вам необходимо установить помимо подколенной опоры вентиляцию, массаж, поясничную опору, или, может быть, подогрев для сидения, а может быть, вы хотите перешить салон, это сделать очень легко в нашей компании. Все ссылки на наши контакты, все, как всегда, внизу в описании. А я призываю всех следить за нашей компанией в аккаунтах в социальных сетях. Подписывайтесь в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук и на drive2.ru. Желаю всем удачи, хорошего настроения. Будьте счастливы, будьте здоровы. Пока!